Как собрался люд, да на пир лихо. Друзья, всем привет! С вами канал «Живая русская баня». Меня зовут Владимир Ефремов, и мы продолжаем иностранцев знакомить, что такое русская баня. Не каждый русский даже знает, что такое русская баня, но иностранцев мы начинаем уже знакомить с русской баней. У нас уже были, я не знаю, все серии к этому выпуску выйдут или нет, у нас уже были девочка с Нигерии, мальчик с Индии, два парня с Марокко, и сегодня у нас вот приехала целая толпа гостей из Китая. По именам их называть не буду, я просто не запомню, как кого зовут. Чита Стерликовых сегодня покажет им, что такое русская баня, покажут основы русской бани, покажут парение в русской бане. Погнали!人家钓鱼吗？我们只关心能不能，真的不关心人家身材。我们应该没有吧？咱们是室内的，应该不行吧？咱们这还得先搭一个。哇，他们今天的雪就不够。嗯。不是，只要有人会这些雪不是问题。哇，这多行啊！不冷吗？这多爽。冷的。哎，那天看到你弟了，你知道吗？牵着小姑娘的手，哎呦。我弟走换就行。不行，必须得这样整。这咋就开始自助了呢？这拍的老舒服了，这使劲抽。这不会让我们脱光了跑出去吧？他没有，没有这一趴，你们不要害怕。他们这好像没有虎，俄罗斯人的野外生存能力可强了。想想我有两个朋友出去钓鱼，冬天说冻都没打穿。没有兴趣。哎，冬天都结冰了，他们拿什么做饭呀？有没有树？有茶。ребята, переодевайтесь. Я б травы покосил, я бы баньку растопил, я б курей покормил, я бы пол в избе помыл, но потом не сейчас, а сейчас хочу в пляс, а сейчас хочу в пляс, а сейчас хочу в пляс, а сейчас хочу я в пляс, а сейчас хочу 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 я в пляс.
Друзья, даже мне посчастливилось попарить, потому что иностранцев пришло много. Даже я взял в руки веник, у нас там два полка, мы на двух полках парили. Расскажи, как вообще, что ощущала? Молодец! Очень-очень хорошо! Семейство Стерликовых будет в мае месяце уже, вот тут осталось буквально несколько дней, проводить обучение домашний банщик, да? Да, домашний банщик. Домашний банщик здесь, в Челябинске, оно будет 6-дневное по вечерам. Очень-очень рекомендую, ребята и парят очень классно, и обучают тоже просто здорово. Так что внизу будет ссылка, сейчас так, добавь, что там будет еще? Расскажи. Обязательно сначала объясним, что сделать, и как сделать так, чтобы все было безопасно. Uh-huh. Чтобы человек, который к вам пришел, ваш друг или член вашей семьи, он смог расслабиться под вашими вениками. И у нас обязательно, после того, как мы немножко поговорим, обязательно будут стучалки и на сухую, на массажных столах. И обязательно будет практикум в бане. А главное, это последний день. Это зачет вот в этой же самой бане, за стеклом, каждый по очереди парит. А так вы здесь это будете проводить? Мы будем здесь, прямо здесь вот в бане, как на дровах. У нас будет и теория в большом зале, и практикумы будут в третьей, в четвертой бане. Там два полка, там удобно, мы всех сможем увидеть, каждого посмотреть, кто как, каждому подкорректировать ошибки. А в последний день это зачет, это запись на видео, и мы вот посекундно каждого разбираем все нюансы, что поправить, что, над чем поработать. Это возможность увидеть себя со стороны. Как тебе вообще русская баня? Ты говорил, что до этого был вроде в русской бане. Да, в России я пил много разных бани, но в этот раз самые лучшие, очень прикольно. И после бани я чувствую все хорошо и очень удобно. Думаю, что сегодня вечером буду хорошо спать. Баня очень круто. 就是第一次体验这种俄式的桑拿，就是第一次不错的经历。啊，啊，那这位老师，俄罗斯的伴娘，那不觉得，那，очень хорошая память для нее。На родине будете рассказывать？啊，是的。哈哈哈哈哈哈。大概是。Молодец。Все, ребят。Будем сейчас звать еще иностранцев, так что следите за каналом. Колокольчик есть внизу, чтобы не пропустить видео, нажимайте, вам оповещение на телефон придет, что у нас видео новое вышло. Ставим палец вверх и распространите это видео, сделайте репост этого видео, пускай еще люди узнают, что такое русская баня, что такое парение, и то, что мы начали иностранцев в баню приглашать. Всем палец вверх и всем пока!